Не, я вчера пила нормально. Даже приближать приходится. Хорошо смотритесь. Все видим. Молодцы! Вот Айдар счастливый сидит. Очень счастливый. Первый день сплава удался. Фрида, посмотри, хоть убедюсь, ты счастливый или нет. Счастливая. Да. Айдарик довольный вроде. Ребятишки, ну как вы там? Балдеете? Ох, лепота. Ну, у нас уже последние полчаса, любой подозрительный шум это окем. Раз так панорамный ворота, вот это маран включился. О! Камеру завтра будешь ставить, что? Да. Как ты говоришь, GoPro, модное слово. Да, да. Надо будет GoPro. Это... А кем? А кем впадает в Катунь? Опять видео пошло. Мы сидим и любуемся. Угу. Мы с Акем перетоптали ногами, теперь Кусю. Кусю пришли. Молодец. Вот таким впадает Катунь. Белая вода вообще. Здесь вода белая, там вода зеленая. Что говоришь? Я поснимал, говорю. Да, сейчас тебя снимаю. Видео, что ли? Да. Все, уже поздно. Избежал. Ну так-то приближает, я вот их даже вижу. Наших. Там Акинская труба. Подходите поближе для истории. Улыбайтесь, Эльгизар Зинатович. Вас снимает явно. А? Да мы видим. Мы их лучше, мы раньше. Хотя нет, они раньше, может, это вышли издалека. Идут. Люди добрые. Добрый день. Здравствуйте. А вон союзники плывут. Вдалеке. Шеф одел свою фирму на эту. GoPro. О, нас тоже, видишь, добрый дел сделаешь и нас тоже сфотографируют. А так бы ни за что бы не достал фотик, наверное, Дима. Что-то они прижались. Прижались они там. Эй!
пелится. И дальше пройдем еще вот этот поворот. Да. Первую ступень Ахемской трубы проходит катамаран Шефа. То есть по основному языку идем посередине, все, да? Да, да. Поняли. Ильгизара тоже на точку посади с камерой, пожалуйста. Хорошо. Как готовы будете, свистни. Ладно. Он сухостойский, упал нож для бани. Угу. Ровное место вот там найти. Там вот есть ровное место. Шуршит что-то, да? Друг друга снимаем. Мы прошли Ахемскую трубу. Ура! Ура, начальник! И ни в одном глазу, самое главное. Вообще. Дарик, посмотри сюда. Герой. А еще одного героя покажешь, нет? А вот и начальника. Я уже на катамаране сидел, я как-то говорил. Смотри, я не могу. Блин. Че потерял? Рацию. Утопил рацию. Я с катамарана говорил, что надо. Да нет, засунь там куда. Оль, давай, забацай речь. Ой, какая речь. Давай. Все супер. Айдар, ну хоть ты забацай речь, а? Ну что они все меня бросили? А по телеку скажешь? По телеку не хочется. А черти. Среда, давай, глянь сюда. Хорошо смотришься.
Айдарик, Айдарик сейчас забацаем, сейчас, что он там делает. Ну-ка. Медленно камера надвигается на Айдарика. Ну, не спит, держится. Лагерь охраняет. Но ребят ничего не творили. Почти невозможно подходить. А что делать? Верещат там стен. Я спала. Ну, почти. Блин, все на камере. Теперь мы знаем, чем в палатке занимается семья Ходорева. Верещат. Верещат. А что это такое? Надо Ожегову почитать словарь верещат. Ну что, начальник? Ужин пора варить. И вон чего. Я считаю, что сегодня можно. Ван верещащий идет. Завтра в обед выходим на полуднёвку. Завтра с утра прёмся и смотрим последний порог. Если он берется, мы его берем. Берем, да. Дима, ты готов? О, красавец. Красавец, слушай. Дим, мы завтра же на Аргут идем, порог брать. Смотрим, что. Порог идем брать. Без базара. Если даже не берем, все равно идем. Хоть посмотрим. Хотя посмотрим, да. Сфотографируемся. Незнакомого поселка безымянной высоте. И было видно, словно днем. Релакс, пока отец пил. Пока папа не видит. Март огнем, и как бы трудно не бывало, не верен был своей мечте. Бутылка-то маленькая совсем, всего 2 литра. Зимает такой довольный. Причесался еще, похудел. Я что ли? Да. Нет, у меня расчески нет. Когда? Держи. Снимай видео. Там запасы полно. Что не нужно, сотрём потом. Чистый спирт. Тут как? Голоса такие. Чистый спирт, блядь? Нет. А, не разбавлены на фильме тут. Нет, мы не разбавлены. У нас есть, конечно, чистый спирт. Но у нас и другого есть. У нас с нами дезерт. Да, все можем оформить. Если хотите. Рассматривают. Как мне дороги подмосковные вечера. Все хорошо. Но аккумулятор сейчас кончится. Слушай, это не твой фотоаппарат. Вот когда мне скажет другой человек. Горько нравится, там людей. Отошел. Да. Отошел. Где фильм Горько, как мне потом даже объяснить. Что, брат, Вника? Там Вника, снизу. Смотри, Вника. Это нескончаемая энергия в этом фотоаппарате. У меня аккумулятор есть. Оля тут такое что-то. Да, обвешанные вещами, смотри. Обвешанные вещами, главное. Это целый домик такой, уютный, кармический. Вещи. Что там? Оля, тут штаб. Не слышу. Иди, помогай. Рис, говорю, пакетик. Отлично. Да. Сковородка жарится, между прочим. Там еще три мухи.
смотрю, сейчас закипит. Что в доме хозяин? Не, на камеру не работает. А, вместо того, чтобы брать его, ясно. Эти два красавца своих супруг отправили в баню, значит, и философствуют, значит, как этот процесс происходит сейчас. Артисты вы, короче. Это так называется, философствование. Философствование, да, да, молодцы. Дождик идет. Да. Девчонки моются, вон уже мытые вылезают некоторые. Ну, с вашего разрешения, я, наверное, кадр наведу туда. О, правда. Первая пошла. Вторая пошла. Третья пошла тоже. Поэффектнее, пожалуйста. Вот примерно так, да-да-да-да-да, все. Звезда. Спасатели Малибу, вот так. Да, точняк. Здорово. Веселья никакого нет, после дождя что-то никто разговаривать не может даже. Но Ининский мост, по крайней мере, есть. Да? За каждым поворотом новые виды открываются. Давайте влево тогда уходите, центр левее. Влево, давайте влево. Фотографируйте. Гриби. Я
в мозгах немецкие слова. Что знаете? Это было село Малый Еламан. Вернул бы, хочешь сказать, яблочко? Я бы. Может, объезжают они? Да, тренируют они. Смотрите лицо. Где? Вот сюда, смотри. Эйдар, подойди сюда. Я вижу. Вот, лицо. Я тоже вижу. Я тоже вижу, да. Да, улыбается, да? Вот, прямо. А, это что, да?
и глаза есть, и нос, и нос, и рот. И он сюда смотрит от лица. Смотрит видео с ним. Не, ну только ночью не видно, а вот днем. Давайте, найдите лицо. Потом посмотреть вторую ступень. Да. Вторая попроще должна быть. Там все просливаешься и все говорят. Фотографа туда ставить надо. Я так думаю. Вот если бы не улетит, вот. Устали. Давай, еще маленько. Завтра к вечеру, до дней, короче. Угу. 7 часов, это нормально. Куда гребете? Давайте назад, услышим. Подарка? Ближе. Сегодня наконец-то вышло солнце, мы снимаем фильму. Как там в фильме «Волга-Волга»? Третий день пятидневки. «Волга-Волга». Я вспомнил этого, капитан Врунгель. Ну, это советский день фильм. Парусной регаты. Нет, а это советский фильм, довоенный. Хорошо, идут «Волга-Волга». Группа в полосатых купальниках. Гламурный розовый цвет придает особую пикантность.
перекус после часа хода. Не Крым, зимой. А Крым зимой. Или Крым зимой, или это там Юрмала какая-нибудь. Ну давай, айда, пошел, пошел. А, молодца, отлично. Это разгонная шевера перед Тильдик Пенеман номер один. Вот такие валы. Стоящие скачки. Пришлось камеру от волн убрать немножко назад, резко. Ну. Все, поскочили.
двухъярусный автобус стоит. Шеф поплыл в Чимал за водкою. Помогите! Караул! Шмяк! Так. Тащи! Тащи его! Вот так шефу не дали спиться. Говорите. Ничего не холодно. Не холодно?